Всем привет! Недавно на канале моего друга Стаса Ёрника вышел очень любопытный социальный эксперимент под названием «Магазин без продавца». Суть этого эксперимента – проверить людей на честность. На тротуаре стоит сделанный из коробок маленький стеллаж. На этом стеллаже стоят продукты, либо товары какие-то. Рядом стоит баночка с деньгами и вот такая вот записка. Добрый день, это магазин без продавца. Если вам стало жарко, то можете купить чай или воду за 50 рублей. Сдачу также вы можете найти в баночке. Хорошего дня, надеемся на вашу честность. Мы созвонились со Стасом и обсудили кое-какие детали этого эксперимента. Мы поставили, недалеко от парка Горького, вот, и все вообще просто подходили, все в восторге в таком диком были. Потом во второй день мы поехали в Бирюлево, это самая окраина. Там люди вообще, в принципе, не понимали, что это такое и почему оно там стоит. И один чувак, попался такой, который все-таки спер. За весь день там проходила толпа народу, украл только всего лишь один чувак. Поэтому можешь у себя в Питере попробовать, и было бы прикольно посмотреть, что у вас там. Чувак из Ярославля писал, говорит, они снимали у них первый же день просто все спиздили, деньги вместе с банкой, забрали. Напомню, что Стас снимал в Москве, а сегодня мы будем снимать в Петербурге и посмотрим, как наши петербуржцы отреагируют на такой магазин без продавца. Может быть, кто-то захочет украсть деньги из банки, может быть, кто-то захочет забрать товар, не заплатив. В общем, друзья, сейчас все сами увидите, мы начинаем. Кого нет, просто стоит на улице товар, стоит баночка действительно, и там деньги лежат. Я такое видел, но только в Европе. В России такого никогда не ставили. Самое интересное, что денежки-то есть, значит люди кладут. Да, чего нет-то? Это же написано же на честность. Просто даже хочется что-то купить, да? Реально такое желание возникло. Я как раз пить хочу. В Москве помнишь, где были видео на честность? Ой, деньги дай. А я что делаю? Это как я смотрела какой-то... Это не выступление в стране. Я смотрела, что в Америке такой круть проводил с... Таиром. Мне кажется, с Таиром в Америке. Который Таир Мамедов был в Сперту Клаба. Блин, я хочу дочитать. Я хочу взять. Слушай, прикольно. Надеемся на вашу честность. Шерлок Холмс. Детективы к нам пришли. Как ты думаешь, Ватсон, откуда взялся этот странный магазин в центре нашего города? Не знаю, но мы это обязательно выясним. Ты видела когда-нибудь такое? Офигеть! Магазин без продавца. Ну, я ли вас не жертву? Лучше сфоткать. Блин, вот... Trying to keep up you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough.
thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you. Где-то здесь бланкеры стоят, 100 пудов. Здесь где-то бланкеры, 100 пудов. Баночку. Если не знаю, дальше можете также взять баночку. Вот. Я возьму. Да, здесь 100 пудов, где-то бланкеры стоят. Серьезно? А давайте попробуем с***. Лучше не надо, а то приду, скажу, что где-то камеры стоят, это проверка. Еще. Я уже видел эти ролики на ютубе. Обеда на канал вшибыватели, 100 пудов, везьяне. Бляньками стоят, не бывает. Надо было же 50 рублей, мы возьмем все. Кайфово, нормально. Да, нас снимают. Да. Из машины. Черная, сзади вас. Итак, мы решили добавить немножечко перчинки в наш эксперимент и перенесли его в ночь. Посмотрим, как люди будут реагировать в тот момент, когда вокруг вообще никого нету. И будет ли у них соблазн что-то украсть. Представим, что наш магазин работает 24 часа в сутки. Я не знаю, это... Блин, я бы купила бы себе. Ладно, а заплатить? Иди сюда, подожди. Друг, надо заплатить. Это нечестно. Так это же написано, без магазин, без продавца. Ну смотри, что написано. Просто положите деньги в баночку. 50 рублей за любой товар. Смотри, ты взял сколько и забрал. Зачем ты так? На честность. Ты видишь, как плохо поступил, да? Согласен? Ладно. Это весна. Плохо, плохо. Смотрел, что камеры нету. Да. Дядь! А заплатить? Нет возможности. А? Нет возможности. Надо заплатить, надо быть честным, брат. Надо согласен. Быть честным. Согласен? Нет возможности. Неправильно сделал, согласен? Правильно, конечно, согласен. О, а что у тебя в крови-то весь? Состояние. Подарок. Забрали все. Все держи. Все. Вот за то, что признался, что плохо сделал, это молодец. Это уважуха. Слышь, нет, блядь. Забрали все, нет. А такое, побили что ли? Да. Из-за чего? Да я сам не понял.
Ну, вот такие результаты нашего эксперимента. И, ну, что сказать, в ночное время у людей больше соблазна что-то украсть, чем в дневное. Но, и тем не менее, те люди, которые украли сегодня, они не украли деньги, они украли именно товар. То есть, может быть, действительно они хотели пить, их мучила жажда, у них просто с собой не было денег. Но я не знаю лично, как к этому относиться. Я бы их простил, потому что, ну, всякое бывает в жизни. Напишите ваше мнение, кстати, в комментариях, что вы думаете на этот счет. Также не забудьте посмотреть эксперимент Стаса, я ссылку оставлю в описании. Напомню, что он снимал в Москве, а мы снимали в Петербурге. Если вам понравился ролик, поставьте лайк. Ну и на этом все, друзья. Вы смотрели Трайбан Шоу. Скоро увидимся. Пока.